Партизаны – это товарищество, братство. И все, кто имеет хоть какое-то отношение к творчеству нашего ансамбля, являются партизанами и нашими соратниками. Сегодня ночью мы узнали о том, что кончилась война. Мы ликовали, мы смеялись. Война ведь, братцы, не нужна. И то, что долго так томилось, как солнце, ждавшее утро, вдруг в наших глотках разразилось священным возгласом «Ура! Ура!» Птицы весело поют, а значит, воевать не надо. Уж лучше пусть посуду бьют, где с каждым тостом с новой силой извергнут, как вулкан, гора. То, что в боях нас сохранило, победоносное ура! Ура! Наш отряд, повсюду радостные лица, победу празднует наш брат. И где-то там, за этим лесом, горланит шумно детвора. И старый дед встает из кресла и слышит громкое «Ура!» Как гром гремит, ура! Занят мои родные братья Сергей Сухоменко на баяне и Евгений Воронин на бас-гитаре. Ритм на перкуссии держит Максим Романовский, а гитарные партии исполняет Андрей Воронцов. Но это далеко не все участники группы «Партизаны». И в будущем, я надеюсь, мы познакомим вас с остальными.